Алгол. Алгол? Там находится и моя звезда. Та, которую я открыл. А как она называется? Не знаю. Я еще не нашел ей подходящего названия. Вы уверены, что она находится именно там? Должна быть. Но почему мы не можем ее видеть? Так как она находится слишком далеко от нас. И чтобы ее можно было увидеть, она должна была бы отклониться от своего пути. А звезды никогда не отклоняются от своего пути. Никогда не останавливаются. А я звезда, которая останавливается.